новый проект. Переделываем свет на более мощный. Коляска орут. Метовская. Поставили две линзы. Линза перевернутая. Если уже прям сильно захочется, можно будет поставить и три линзы. Но только как свет. Поворотниками служат в данном случае задние габариты со светодиодами, указывающими поворот либо аварийку. Сейчас намотаем броню и аккуратненько подкинем кабелек. Броня будет смотреться даже намного лучше. Заодно защищает два провода. Так, ну я думаю, здесь уже хватит. Вот так вот его защиты. Ну, собственно говоря, к чему все это шло. Включаем. Включаем свет. То есть линза, как бы, она правильная. Людей слепить она не будет, а внизу будет все видно. Нормально. Хороший свет. Несколько раз лучше, чем родной. Ну, теперь посмотрим, как светит родной. Вот она, в принципе, и вся разница. Обычный фонарик и линза. И линза с этой стороны. Вот как бы, как это все будет. Ну и вот в сухом остатке, что у нас получилось. Превосходный свет на одном уровне. Едем проверять на улицу. Так, ну и что вот мы имеем? Свет стал намного лучше, и он уже не будет слепить. Ну, более-менее отрегулировали.